Всем доброй ночки. Заглядываю я через стенку в контейнер карамельки. Ну, то, что покакала-то молодца. Гляньте, ребенок полинял и как старался. Вот начало шкурочки. Вот она вот ползала. Вот очки свои тут забыла на капюшоне. И вот так вот вокруг поилки, мимо какашек, вот за укрытие и из укрытия, и вокруг влажной камеры. И сама гляду и смотрю, а что, еда? Да, ты еду принесла, хозяйка? Давай, я буду. Не, солнце, до субботы еще далеко. На носу только пятница, да. Так что жди. Молодец, что полиняла до того, как. Ребенок активно сейчас растет. Вот ее шкурка, сейчас похвастаюсь поближе. Так что, а вот сама обновленная красотка. Это она во влажной камере нюхает, нюхает. Че, дашь пожрать? Не дашь пожрать. Гляньте, какое татуха на башке. Ну, перевернутый Бэтмен то однозначно. Ну и так тоже красиво. Опа, застеснялась. Ладно, не Бэтмен, придумаем что-нибудь другое. Подумаешь. Так, ну сейчас тут марафет чуть-чуть надо поднавести. Да, и покажу шкурочку. Ну, показываю на темном фоне, чтобы было лучше видно. То есть парадочный калибр уже как бы получается у нас. Вот, тут у нас вот такое лицо с глазами. Там вот нижняя челюсть. Вот так вот выползок называется, шкурка змейки. Так что карамелька решила, да, говорит, у меня совершеннолетие, скоро годик. Надо активно расти. Мы уже вот такого калибра, как бы уже такая солидная девчонка более-менее. Уже не совсем дождевой червяк. Ну, вот ее засмущала вспышка. Говорит, ой, капец, куда ты меня поперла? Жрать не даешь, еще и фотосессии устраиваешь. Ужасть, ужасть. Красавица растет, радует глаз. Так что вот такие мы сейчас. И растем дальше, активно линяем. Красивый браслетик уже получается. Да, ну, хорошая скорость роста у Маиса после 2 лет. То есть мы пока еще маленькие. Тут мы желтеем понемножку. Так что малышка полиняла, решила сделать ход конем, чтобы не сдвигать сроки кормления. Говорит, надо линять до кормления. Все правильно. Молодец, девчонка, умничка. Да.